Приветствую вас, Юля. Я бы, конечно, спросил бы вас о том, как складываются ваши отношения с мамой и с родителями в целом. Вот, мне думается, что не лишним будет этот момент, на этом моменте заострить внимание. Вот, что касается вашего вопроса, который вы задаете, то здесь ситуация следующая. А эмоции, которые у вас есть, нужно проживать. Раз. Два. Унижение вы чувствуете только по той простой причине, что сами себя унижаете, то есть внутренне соглашаетесь с тем, что она говорит, сомневаетесь в себе, может быть, ну, чувствуете себя неуверенно, вот, и, соответственно, проблематика, скорее всего, здесь именно в этом, хотя, безусловно, не только. Личные границы — это правило, это уверенность, опять же, в собственных силах, в себе. Вот, если у вас этого нет, то любой человек любым поведением, в принципе, способен, грубо говоря, ваши личные границы нарушить. Вот, ну просто потому, что он может это сделать. У вас таких правил нет. Четкого разграничения между собой и другим человеком тоже нет. Ну а самое главное, вы не чувствуете себя взрослым. Хотя вы уже взрослые. Но взрослые вы себя не чувствуете. Отсюда и проблема, ну, такого поведения со стороны учителя, если вы присмотритесь немножко повнимательнее, то вы увидите, что кричит человек далеко не на всех людей, а только на некоторых, только на определенных людей. Вот, и это не просто так, кричит она именно на людей, которые ведут себя жертвенных, кричит она на людей, которые ведут себя как-то уязвимо, кричит человек на тех людей, которые дают прочувствовать вот эту самую уязвимость. То есть, если вы в общении демонстрируете, в общении, в поведении демонстрируете уязвимость, то да, на вас будут кричать, это правда. Вот. И связано это именно с тем, что вы ведете себя в какой-то степени жертвенно. Вот. Нужно понять, с чем связано такое ваше поведение, нужно понять, как оно проявляется, да, вот, это первое. Второе, вас задевает, собственно, ну, голос, вот, ну, повышенный голос вас задевает, и на мой взгляд, это тоже очень важный момент, чем конкретно задевает вас голос повышенный. Вот. Как вы себя чувствуете, когда на вас кричат? Вот, из-за чего вы растерялись?
что послужило тому причиной, вот, что вы растерялись. Так что это вот очень важный момент, на который вам стоит обратить внимание. Я думаю, примерно такой ответ можно вам дать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!